Стихийные стоянки туристов и отдыхающих по берегам рек и озер Муизерского района с каждым годом становятся чище. Поэтому уверены ребята и сотрудники детского лагеря «Большое приключение», расположившегося на берегу Мергубского озера. Палаточный лагерь, куда приезжают дети со всей России и из-за рубежа, был открыт 20 лет назад знаменитыми российскими полярными путешественниками Дмитрием и Матвеем Шпаро. Здесь ребята летом и зимой ходят в туристские походы на катамаранах, велосипедах, пешком с собаками хаски, зимой на лыжах. С 2006 года в лагере проводится экологическая программа. Ребята приводят в порядок стоянки по берегам окрестных рек и озер. Собранный мусор приносят в базовый лагерь, откуда отправляют на свалку. В основном это пластиковые стеклянные бутылки, ржавые мангалы, старые покрышки. Но бывают и экзотические находки. Однажды в лесу нашли разбитый телевизор. Участие в программе добровольное. Об экопрограмме ребята узнают в первый же вечер во время знакомства с лагерем. Свой мусор они должны обязательно забрать, а вот тот мусор, который им не принадлежит, они могут собирать, могут не собирать. Но, в общем, каждая группа активно в это включается. Ребята привозят мусор в базовый лагерь сюда, мы его взвешиваем, вот, и даже отмечаем, выделяем группы рекордсмены. За половину лета в «Большом приключении» уже собрано около тонны мусора. В очистке лесов и озер приняли участие 60 детских команд. А рекорд по сбору отходов был установлен летом 2014 года. Из леса вывезли свыше 5,5 тонн различного хлама. За годы участия в экологической программе дети привели в порядок туристские стоянки, а импровизированные плакаты с призывами «Убирать за собой», которые вывешивают юные экологи, действуют и на других отдыхающих.